До начала чемпионата России остаются 2 недели. По традиции свой заключительный сбор перед этими соревнованиями борцы Дагестана проходят здесь, в центре спортивной подготовки сборных команд. Сейчас главная задача перед борцами стоит одна – это подойти к соревнованиям в наилучшей форме. За 15 дней до чемпионата почти все тренировки борцов сборной Дагестана проходят на ковре. На этом сборе вольники оттачивают свою технику и тактику. Здесь же есть возможность проверить свои силы в контрольных встречах. Они максимально приближены к соревновательным. Многие спортзалы в республике до сих пор официально закрыты. Пандемия коронавируса серьезно повлияла не только на тренировочный процесс, но и на условия проведения соревнований. Так, чемпионат России пройдет с некоторыми ограничениями. Самое основное – количество участников. На ковер в Наро-Фоминске допустят не более 16 человек в каждом весе. Это занявшие с 1 по 5 места на прошлогоднем чемпионате страны медалисты международных турниров Аланы и Иван Ярыгин, а также призеры юниорского первенства России. Хотелось бы, конечно, чтобы было людей побольше, чтобы поборолись все, сделали хорошие схватки, потому что в следующем году уже Олимпиада, надо пробороться хорошо. А здесь, я так думаю, есть в весе 16 человек, недобор тоже есть в весах. И поэтому кто-то может 2-3 круга сделать, я так думаю, и в финале уже быть. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы был нормальный, полноценный состав. Если в предыдущие годы Дагестан на чемпионатах России представляли порядка 80 борцов, то в этот раз их будет 54. Лидеры сборной в полной боевой готовности. Во время карантина поддерживали форму, тренировались в парках, на берегу моря и в горах. Действующий чемпион мира Гаджимурад Рашидов не выступал на соревнованиях уже почти год. В Наро-Фоминск он едет доказать свое право быть первым номером национальной команды. Ну, конечно, задача выиграть и доказать еще раз, что могу бороться и дальше Олимпиады готовиться. Я думаю, не только я, и все остальные ребята соскучились по сборам, по соревнованиям. Давно ждали. Вот все-таки у нас сейчас проходит сбор перед Россией. Вроде все ребята готовы без травм. По итогам чемпионата будет сформирован состав сборной России для поездки в Сербию на борцовский мундиаль. Турнир запланирован на середину декабря, однако состоятся ли эти соревнования, пока еще точно неизвестно. Этому вопросу будет посвящено ближайшее заседание исполкома Федерации Объединенного мира борьбы. Все решится 5 октября. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.